решил обезопасить свою жизнь, а также обезопасить своих родственников, потому что вирус очень легко заражает вокруг людей. Я смотрел на статистику, очень много заболеваний, и поэтому решил обезопасить себя и своих близких. Всего по району больше 900 человек изъявили желание вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. В этой школе конкретно, это 88-й лицей, здесь будут вакцинироваться больше 75 человек. Но сегодня вот первые детки, 17 человек не вакцинировались.